Всем привет! Ну, поскольку давно не было видео, то, конечно, наверное, стоит вначале объясниться, как бы, what the fuck и почему я давно ничего не выпускал. Ну, здесь несколько причин, и одна из которых, ну, все очень просто, у меня тупо мало времени стало, совсем мало изменений в семье, скажем так, изменения на работе. Но, тем не менее, я хочу выпустить новое видео, посвятить его опять теме ванилы, опять моему любимому PvP. Это не будет какой-то прям супер топчик, то есть здесь я постараюсь скорее просто осветить несколько, на мой взгляд, классных игроков, несколько прикольных видео, объяснить, что мне в них нравится, почему, и, может быть, и вам тоже они понравятся. Ну, наверное, на этом все. Ну что ж, welcome. И первое видео паладина под ником Zalgradis. Zalgradis. Ну, неважно. В общем, этот чел выпустил несколько мувиков. На мой взгляд, прикольный самый — это Zalgradis номер 3. Несмотря на жесткий хронометраж в 40 плюс минут, смотрится он довольно легко. Ну, почему он интересный? Ну, во-первых, в то время видео за паладина всегда был довольно скучным, унылым говном. Но этот парень постарался внести какое-то разнообразие. И не могу сказать, что оно совсем не скучно, тем не менее. Он выбрал довольно необычный билд, прот ретри, причем именно с упором в прот. Добавил немного машинимы, юмора, в общем, всего хватает. Прот вообще был не особо играбелен, типа или в PvP, но он показал, как можно в этом билде унижать по 3-4 роги одновременно. Конечно, с кастерами не все так изи, но... Ну, кстати, можно увидеть, что он одевает двуручку, имея таланты, да, там, на щит. Неважно. Черт, он все сделал очень круто, он забиндил все спеллы, даже бафы, ауры, ну, для тех времен, мне кажется, это за гранью скилла. В общем, все очень круто, и тогда это было не модно, но тем не менее, ну, реально зачетное видео, всем советую. А следующее видео посвящено шаману, это LM Шаман Орг с ником очень оригинальным, Шам. Качество, конечно же, есть, но лучше я не нашел. Да и вообще этот ролик, он, я так понимаю, долгое время был утерян где-то в недрах сети, но потом какой-то чел его выгрузил на YouTube, найдя у себя на жестком диске, поэтому такой раритет в своем роде. Что-то есть в этом ролике волшебное, я не знаю, что ли романтика какая-то. Шмот у него далеко не лучший, я, честно говоря, не пойму, какой это точно патч, может, вы подскажете по комментариям. Но тогда это был явно первый год существования Варкрафта. Ну, в общем, этот чел бесспорно довольно скилловый для своего времени, а по противникам видно, как многие тогда, ну, тупили и просто не умели играть, конечно, прям до маразма, но все равно. Я считаю, что это тоже вполне себе интересный видос. Я читал ваши комментарии к предыдущему моему видео про топ-20 в PvP. Спасибо всем тем, кто напомнил о каких-то игроках, на которых, ну, стоит обратить внимание. И поэтому следующих два ролика будут про них. Ролик первый. May Die. Ну, Warrior, конечно, бесспорно известный чел. Его видео это прям классический пример классического сори за тавтологию мувика по Варкрафту. Это ранг 14 воин с клейморой Грандмаршала, который просто пачками уничтожает Орду, как правило, под хилом паладина. Разбавил он это все некоторым, ну, старилайном, смею сказать, драмой, неплохим монтажом и, в общем-то, довольно зачетной музыкой. На самом деле, вечный респект этому чуваку, он действительно сделал классный муви для тех времен и стал для многих некой легендой. Следующий ролик — Таку. Да, был и такой чел, Undead ШП. Как правильно отметили в комментах, его часто называли рейдовый босс Таку. И это, черт возьми, вполне заслуженно, потому что он вырезает по 3-4 игрока одновременно. Его просто, блин, не могут убить. Хороший гир, агрессивный стиль игры, он редко уходит в дев. Вообще все это смотрится довольно интересно. Что-что, а ШП тогда были очень даже в PvP. Рейнджер. Классный играющий и хорошо одетый хантер. Редкость того времени. Да, у него даже 3 сетовые шмотки из Накса, тир 3. В мув он вставил довольно интересные бои против сразу нескольких игроков, а также вполне занятные дуэли с использованием некоторых триксов. В целом, я считаю этот мувик ханта довольно интересный, ведь хантовских мувиков на то время было достаточно мало, ну, я имею в виду хороших.
Albis Video Fire in the Sky. На самом деле Albis сделал достаточно крутые ролики. Прям, не знаю, мне кажется, в них есть какой-то стиль, какой-то вкус. Я вообще неровно дышу именно к Fire in the Sky. Что-то в нем есть, прям, не знаю, притягательное, волшебное. Конечно, стильный монтаж, заточенный на тему огня. Классная музыка, ну, прям ностальгия пробивает. Следующий видос — это Canyon. Рога напоследок. Офигенский, стильный, Full Tier 2.5. Мне нравится его монтаж, музыка. Вообще, очень таки стильный тоже Рога. Human мужик, не самый попсовый на тот момент вариант. Все-таки андеды и эльфы перекрывали в основном выбор в классе. Но, тем не менее, мне что больше всего понравилось, на самом деле, это его видео в БК. Ну, скажем так, это не тема этого ролика, но я хочу сказать, что он там больше раскрылся как мувмейкер, в принципе, как и Акриос. То есть для меня Canyon и Акриос, наверное, два таких самых прикольных роги в БК уже были, как видео мувмейкера. Ну что ж, друзья, на самом деле, наверное, на этом все. Я надеюсь, вам было интересно послушать про эти видео. Возможно, вы нашли для себя какие-то новые ролики. Буду стараться дальше выпускать что-то интересное. Думаю, что будут еще какие-то топы. Может быть, по ваниле. Ну, думаю, еще на один топ я наберу. Ну и по БК, я думаю, что тоже смогу сделать видео. А вам спасибо за внимание. Всего доброго.